В Твери начнут реновацию Морозовского городка. Здесь планируется создать современное общественно-деловое пространство. Одна из первоочередных задач – это расселение собственников и арендаторов из аварийных жилых помещений. Тему продолжит Наталья Чекет. Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа 19-20 веков. Он состоит из более 50 общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для товарищества Тверской мануфактуры в 1856-1913 годах, принадлежавших купеческой династии Морозовых. С момента постройки многие здания комплекса пришли в аварийное состояние. Это, наверное, один из самых цельных и комплексных примеров строительства промышленного объекта вместе с социальной инфраструктурой, реализация которого началась еще в 50-е годы 19 века. Первые шаги к реновации уже начались. Определена стратегия реализации проекта по реновации Морозовского городка. Прежде всего, это переселение жителей ряда домов в двора пролетарки. Проводить его планируется поэтапно. Одновременно будет вестись разработка комплексного проекта реновации Морозовского городка, превращение этой территории в зону туристической и деловой активности. С рабочим визитом Морозовский городок посетил Виталий Мутко совместно с губернатором области Игорем Рудени. Они осмотрели территорию. Сегодня пройдем вот по такому вот маршруту, обойдем вот фабричное здание. Игорь Рудени и Виталий Мутко пообщались с людьми, проживающими в домах комплекса. Жители Морозовского городка планируются переселить в новые квартиры. Всего предстоит переселить более 460 квартир. Уже выделена площадка для строительства нового жилья. Развитие Морозовского городка разрабатывалось Дом РФ и КБ «Стрелка». Я считаю, что концепция, которая предложена, очень важна. Это историческое место под 70 гектаров земли. Это место, где есть соответствующая история, архитектура. И вот с одной стороны сохранение этой архитектуры, историческая значимость этого места, придание его новой, в общем, современного же облика, имеется в виду и жилищное, и как общественное деловое пространство. Оно, конечно, мне кажется, сегодня такое ключевое направление. Концепция реновации Морозовского городка обсудили на совещании, которое состоялось после осмотра строений. На нем участники рассмотрели развитие городка, инфраструктуру и переселение жителей. Модернизация морозовских казарм предусматривает создание культурной платформы, включающей выставочный зал, музейный центр, концертный зал, мастерские и помещения для социального бизнеса. Первый этап ревитализации планируется завершить в 2022 году. В целом проект рассчитан до 2030 года. Реновация должна предусматривать комплексное развитие территории, создание современной городской среды, подчеркнул губернатор Игорь Рудени, общаясь с журналистами. Что касается концепции, она очень детально проработаны. Компания «Стрелка» представила, я считаю, что, наверное, один из лучших вариантов реновации этого городка, где учтено все, начиная от общественных пространств, школьных учреждений, дошкольных учреждений, жилье, спортивные сооружения. Там даже есть такие новые формы жилья, которые учитывают интересы нашей молодежи. При реновации городка будет создано пространство, привлекательное для жителей Твери и туристов молодежи. В перспективе развития прилегающих территорий набережной Тьмаки, парка текстильщиков, дворца творчества детей и молодежи.